Так, народ, снова театр кукол. Почему-то он ночью не работает. Сейчас час. Вы не поверите, я ехала, сколько народу у нас в кафе сидят. У нас, оказывается, понаделали, как в Турции, кафешки на улице прямо. Я вот прям хочу теперь поехать в город и в какой-нибудь кафешке посидеть. В общем, перед большим морем, перед августом, я хочу сделать себе маленькое море. Но по дороге к морю мы пройдем по очень красивой речке. Наша, что ли, машинка приехала. Короче говоря, я еще не успела дорассказать про Чегем. Отправляюсь в следующее путешествие. Когда про него расскажу, не знаю. Ну, что-то, наверное, сегодня повыкладываю. Если интернет будет. Ой, они поменяли куколок, по-моему. И в этот раз почему-то дофига мужиков. Женщины как-то не особо хотят лазить по каньонам. Едем, короче говоря.